Осторожно. Так, несем. Мы ликвидируем незаконное ограждение вокруг этого здания 18 века. Усадьба графини Головкиной. Ордер Лавати на установку ограждения необходимого, чтобы потом сносить. У тех, кто его поставил, нет. А поставила его компания «Монарх» в интересах МГТУ имени Баумана. Мы знаем эту компанию, она всегда работает без документов. Что и происходит и в настоящее время. А вот мы восстанавливаем законность сейчас. То, что у нас надзорные органы сообщают о незаконности уже в ответ на обращение через месяц после сноса здания. Раз у нас такая власть, к сожалению, приходится брать в свои руки наведение элементарного порядка. Документы несите. Я говорю, что вы провоцируете? Ордер рвать. Вам вчера все показали. Мусоров, что ли? Кого вызвать? Мусоров. Я не понял, не расслышал. Кого вызвать хотите? У вас документов нет на этот забор. Не разговаривайте так. А вы со мной не умеете законов читать. Обратно читать ставьте, не умеете. Руки уберите от нашего имущества, да и все. Че, у меня нож увидели? Вы что снимаете? Ну, блядь, твою, сука, гандон. Так, пресса. Вот закрой пресса, сейчас я тебе, блядь. Давайте, давайте, что вы хотите мне сказать? Слышишь, что я на тебя замахнусь? Ты разговаривай. Снимайте, снимайте вот этого, снимайте. Иди отсюда, ты разговаривай-то, учись. А что вон отсюда? Да ты ебал, все закрой, ты что толкаешься, так, снимаем, все, снимаем, мать, в общественном месте, все снимаем. Пошел ты, что ли? А вы кто? Камеру удрили. Вы почему? Прессу не трогай. Вы не имеете права, вам прессу. Еще раз. А я только что такое-то скажу. Да? Что такое? Что такое? Выключайте, скажу. Выключайте, сейчас вот так поставлю тебе вот так же. О, начинается. Это уже что, сексуальным насилием угрожает? Снимай его, снимай. Зачем ты меня снимаешь? Так, не трогай прессу, скотина. Не трогай прессу. Да? Не нервируйте, я тебе говорю. 144-я статья. Пошел нахуй, бля. Это ты кого сейчас сам ты изображал? Пидорас. Ага, пидорас. Это я, да? Ты экран или нет, я сейчас тебе покажу, кто ты. Что ты? Что? Макалини поставлю в рот там. Путина не трогай. Путин вас людьми сделал. Ага, от людей отстань. Послушай, я не провокатор, это ты провокатор. Не имеешь права толкать, дотрагиваться. А он имеет права. Физические контакты против. Не про меня. Телефон от меня убери. Он против. А ты пи***ь. Его не вспоминаю. У тебя другая. У тебя совсем другая. Договорились с сотрудниками полиции, что я поеду в отделение. Добровольно они меня не задерживают. Сразу подчеркиваю, это важно. Написать заявление о незаконном установке забора. Это не просто написать заявление. И также агрессивных действиях охраны ЧОПа, которые вот привели к столкновениям, к нарушению общественного порядка, к публичным оскорблениям, матершине в общественном месте и каких-то совершенно непотребных жестикуляций.